находимся в городе Ставрополь, Тухачевского, 24/1. Прибыли по звонку граждан. Транспортное средство Hyundai. Представьтесь, пожалуйста, как зовут? Я не управлял. Как не управлял? Ну, а граждане позвонили, что вы ехали. Граждане тебе же. Да, граждан взяли объяснение, что вы ехали, заехали на бордюр. Нет. Как зовут вас? Первый. Фамилия, имя, отчество, как вас? Я не ехал. Ну, фамилия, имя, отчество, представьтесь. Не ехал. Представьтесь, фамилия, имя, отчество, как ваш? Никакая. Нет. Для установления личности был доставлен в отдел полиции. Так, при наличии признаков опьянения я предлагаю вам пройти освидетельствование посредством прибора алкотектора Юпитер. Открывали? Я же машину не управлял. Как неправильно? Да, я так не управлял. Будет очень долго доказывать в законе, что я управлял. Срочно, завтра же ваш экипаж весь работает в общении. Так а мы при чем? Да я... Теперь граждане вообще поймали. За то, что наехал на... Гражданские люди, за то, что ты наехал на бордюр и стал посреди дороги. Да, вот. Я никуда не ехал вообще. Не на чем было ехать. Если будете проходить? Нет. Отказываетесь проходить? Да. Где? Вообще шел. Ответственность знаете, которая грозит вам? Да. Статья 12.26, 1 административного кодекса. В принципе, правильно. Начитанный человек.